еще раз вспомнил вот эту историю, как в конце 19 века две семьи купеческие решили заработанные деньги инвестировать в небольшое, казалось бы, тогда производство керамических изделий и в том числе фарфора электротехнического назначения. Мы работали весь год, пока были закрыты другие предприятия. Мы продолжали обеспечивать своей продукцией нашу энергетическую отрасль. Понабрались мужества и, презрев внешние факторы, в очередной раз сплотились, так же, как сплочались наши отцы и деды. С огромным удовольствием приветствую сегодня наших ветеранов, которые как раз среди тех, кто пережил предыдущие беды, войны и так далее. И хочу вам пожелать, чтобы в следующие 125 лет мы вот как являли пример коллектива, способного пережить и победить. Я так думаю, что и дальше мы будем этот пример всем вокруг показывать, как нужно относиться к своей работе, друг к другу, для того, чтобы преодолевать все, я подчеркиваю, все любые трудности. Ну а прилетят, если инопланетяне с вражескими намерениями, я думаю, наш завод будет первым, кто начнет поставлять на Альфа Центавра высоковольтные воды. От небольшого завода на окраине Москвы до одного из мировых лидеров в разработке и производстве современного высоковольтного изоляционного оборудования. Таков исторический путь непрерывного созидания и развития, пройденного заводом «Изолятор». Аплодисменты! Кстати, кто не в курсе, с 1 сентября я заведующий кафедрой материалов МАИ. Так что приглашаю на целевое обучение студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов. Мы работаем все вместе празднуем, все вместе чему-то огорчаемся. Все вместе радуемся. Ну, чаще, наверное, радуемся.
за те годы, что мы работаем вместе, и за те годы, что существует наш коллектив, наверное, все-таки побед и успехов было больше, чем поражений.